Всем привет! Продолжаем наш кулинарный экскурс в мир влажных фантазий и воспаленных мечт. Кальмар сегодня у нас в плане со свежими овощичками. Погнали! Чё, кальмарчик обычный, разморозили его. Вот он, нечищенный. Чистим мы его вообще банально, просто и непринужденно. Просто заливаем кипятком. Всего вот это все можно даже навести. Всего весь этот блудняк уже просто сам по себе слезет. И можно сказать, часть готовки он уже пройдет. Потому что кальмар готовится вообще быстро. Вот его вот так вот свести. Все, с него вся шелупонь слезла. Кальмар почищен. Ну что, и начинаем его разбирать. Разбирать тут можно вообще как хочешь. Отрезаем ему крылья или уши, что это такое. Спарываем ему брюхо. И все, все внутренности, вот это все дело мы достаем. Хлоп. Выбрасываем, нам это не надо. Вот тут такая пластмасска есть внутри. Хитиновый какой-то стержень или что там. И все. Вот так вот. И счищаем с него сейчас. Так, это эта сторона. Еще вот такую вот пленочку. Видно ее, да? Ага. Вот ее тоже снимаем. Руками. Все, этот красавчик полностью очищен, все эти три бухи. И нарезаем его тонкой соломкой. Вот так вот нам это понадобится. Вот так, не торопясь, спокойно. Вот, красиво. Такой вот соломочкой. Нежный, ровненький. Вот так вот. Оп. И все остальное также. Не надо печалиться. Вся жизнь впереди. Загружаем все это дело в кипяточек, еще раз, буквально на минуточку, на полторы, не больше. Нам нельзя передерживать. Вот так вот. Хлоп. Ждем минутку и охлаждаем. Сливаем воду. Желательно, конечно, в раковину это все делать, а не мимо, как я. Во. Все. И поскольку кальмар у нас горячий еще, мы его заливаем холодной водой, чтобы он прекратил вариться. И все, оставляем его до тарелочки. Режем огурчики. Огурчики порежем соломкой, чтобы это было, ну, такое что-то однообразное. Вот. Нарезаем все это дело и режем. Оп. Помидорочка. Ну, тоже примерно под огурец. Нарезаем ее. И Red Hot Chili Pepper. Надо обязательно попробовать на остроту. Практически не острый. Поэтому нарезаем его. Вот. Мелко. Сельдерейчик. Сельдерейчик не чистим, соскребаем с него жесткие стороны. Так вот. Оп. С этой стороны также отрезаем ненужные вещи и нарезаем его медленько. И капуста. Капуста сорта айсберг. Хрустящая. Внимание. Вот она вся хрустит. А ее крупненькая, по типу Цезаря. Типа оп, оп, все, красота. Загружаем в тарелочку это все дело. Ну и добавим чуть-чуть красного лучка. Про него, конечно же, мы забыли, как всегда. Но что поделаешь. Добавится сейчас. Ну, его тоже примерно порционно такими продольной нарезочкой. Оп. Extra virgin olive oil, какой-то, наверное, отжим супер классный первый. Заливаем все это дело. Оп, маслица. Хорошо. Дальше что нам сюда понадобится? Мы все это дело присаливаем. Так вот. Ощущение. И чуть-чуть отдаем сахара. Чуть-чуточку.
и дело осталось за ароматикой. Опа, горошечек. Там черный смесь гороха. Для пряности его добавляем чуть-чуть, буквально. Так, хорошо. Перетерли его в ступку. Засыпаем. Отлично. И главный ингредиент — это цедра лимончика. Не надо тут кислоты от лимона. Кислота у нас будет в другом. Просто добавляем чутка желтенького от лимона. И гордость моя, моя коллекция любимая — это уксусы. Без них вообще жизни на кухне нету. Но поскольку у нас морепродукт, не, можно было лимона добавить на самом деле. Вообще можно не париться с кислинкой. Может, вообще яблочный уксус вообще прекрасен и виноградный. Вот это, вот они, два красавца избранных моих. Но морепродукт, хочется белого. И мы добавим чуть-чуть белого винного уксуса. Можно хотя добавить вот с этой штучкой, с травами. Но сегодня будет просто белый винный уксус. Чуть-чуть. Красота. И перемешиваем мы все это дело тщательно, чтобы капусточка разошлась, которая не разошлась. Но если будет крупными кусками, ничего страшного нету. Просто вот так вот. Начинаем выкладывать на тарелочку этот шедевр кулинарии. Выкладываем кальмарчик. Кальмарчик положили на салфетку. Его надо промокнуть от всякой влажности. Вот. Сам по себе он же безвкусный. Вот. И поэтому нам надо к нему вкусу добавить будет. Хорошо. А вкус у нас сейчас добавится. Секунду. Салат. Грузим салатик. А что, прекрасное сочетание. Чистейший белок, овощи. Углеводов тут вообще нету. Короче, что ходить наоколо. Соус терияки. Японский он, да? Хороший, прекрасный соус. Чуть сладковатый. К морепродуктам идеально. Вот такая вот подача будет. И сейчас будем пробовать. Словно оказался в Китае, что-то японском ресторане. Кальмар, терияки, терияки. По салату тут и так все понятно. Вкусно, быстро и, главное, бюджетно. Приятного аппетита!